Привет, дорогие друзья! 29 августа. Абрикос в Подмосковье. По состоянию на 10 августа вызревание побегов составило около 50%. По состоянию на 20 августа некоторые побеги вызрели на 2/3. Также по состоянию на 20 августа 2/3 побегов прекратили рост. В районе 20 августа я применил препарат Biodux, в основе которого арахидоновая кислота. Также я раздавил верхушки побегов, которые продолжали рост. По состоянию на сегодня побеги вызрели примерно на 80%. Вчера обработал абрикос 2 хевком, он же дозреватель. Это этилен-продуцент, который должен ускорить процесс вызревания. Применял я его в комбинации с лигногуматом и глицерином. Первоначально я размешал ампулу дозревателя в 4 литрах воды. Затем добавил 4 мл лигногумата. А уже потом добавил 20 мл глицерина. Я специально добавлял лигногумат калийный именно после дозревателя. Если добавлять дозреватель после лигногумата, то существует вероятность, что лигногумат пойдет хлопьями. В данной смеси лигногумат выполняет роль прилипателя. По описанию дозреватель должен усилить накопление сахаров, лигнина и других запасных веществ. Лигногумат должен усилить накопление белков. Глицерин должен усилить действие лигногумата. Плюс ко всему, глицерин способствует закаливанию. Итак, в 4 литрах воды я размешал одну ампулу дозревателя 1,7 мл, 4 мл лигногумата и 20 мл глицерина. Было бы крайне интересно попробовать добавить к данной смеси аминокислоту фенилаланин. Из расчета где-то 1-3 грамма на 10 литров воды. Если, к примеру, аминокислоту пролин продают именно как препарат для растений, то фенилаланин как препарат именно для растений мне пока найти не удалось. Аминокислоту фенилаланин я встречал в продаже только в виде БАДов и спортивного питания. Фенилаланин для спортивного питания выпускается в виде порошка. Не совсем понятно, как его отмерять. А фенилаланин в виде БАДов содержит дополнительные вещества. От схожих веществ в таблетках янтарной кислоты у меня передохли бактерии. Поэтому использовать фенилаланин я пока не рискнул.